С замиранием сердца окон больничных палат собираются ребятишки. Они ждут настоящего новогоднего чуда. С крыши к ним спустится Дед Мороз. И не один, а больше десятка. Такая акция ежегодно проходит в больницах города. Она стала традицией для региона. В костюмы Деда Мороза наряжаются промышленные альпинисты, которые добровольно и абсолютно бесплатно приносят праздник детям уже на протяжении 6 лет. Это внутреннее действительно счастье, когда ты действительно осознаешь, что дети с какой-то искренностью радости, даже, мне кажется, выздоравливают. В тот момент они не видят, ну, не кажутся больными. И нам как бы вдохновляет, чтобы дети радовались, быстрее выздоровели. В областной детской больнице имени Горячего лечится около 300 детей. В палаты к ребятам дедушек не пустили. Карантин. Подарки передадут медсестры. Каждый малыш получит коробку с вкусными сладостями. Такая акция способствует выздоровлению и дарит позитивные эмоции как пациентам, так и персоналу больницы. Дети какие? 3-4 года, 5 лет, 6 лет. Это вообще в восторге. Взрослым детям, у нас сегодня достаточно много детей, около 300. Взрослые дети, ну, в основном смотрят экипировку, движение. Ну, неравнодушных нет вообще. А многие дети в костюмах Деда Мороза, у нас же областная больница, костюм Деда Мороза видит вообще впервые в жизни. Вот, не в каждой деревне, особенно отдаленной, где-то найдется костюм Деда Мороза, и не каждый ребенок съездит на елку. Благотворительный фонд «Дари добро» организовывает эту акцию каждый год, чтобы поддержать детей в сложный период и сделать их праздник немного ярче. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.